Сегодня у нас такой совмещенный получается вебинар, из офиса провожу. Тем не менее, буду рассказывать о том, как работать дома, мастер-классами, уходом за лицом. И на самом деле это очень эффективно, потому что в любом случае большая часть покупок совершается по рекомендации. И когда вот даже только зарегистрировался, помню, вот я пришла когда в Oriflame, я продукцию Oriflame не знала толком. Что такое, что за крема там и так далее, как этим всем пользоваться. И самое интересное, что я не сильно этим интересовалась до Oriflame и не особо разбиралась вообще, как подбирать что-то. И в магазинах об этом же не рассказывают. Поэтому у меня был один какой-то крем, которым я раз в неделю, наверное, пользовалась. Тени какие-то, которыми, то есть тоже не всегда у меня получалось что-то. Ну и какие-то, в общем, сейчас очень сильно познания мои расширились и гораздо больше, конечно, навыков появилось. Вот, поэтому бывают ситуации такие, что вы сидите большей частью дома, но к вам порой приходит кто-то из знакомых, да? Каким образом вы можете познакомить людей с продукцией? Как раз-таки через вот такие вот мастер-классы или эксперт-сессии, или домашние презентации. У меня был такой опыт, что была у меня группа одна, росла девочки, они работали до 8 часов, и вечером часов, в смысле уже приезжали домой, к 8 освобождались, и мы 8 часов вечера собирались на домашние мастер-классы или эксперт-сессии, как это мы сейчас называем, да, и я им рассказывала, давала попробовать наши средства, рассказывала, как ими правильно пользоваться и так далее. Поэтому на самом деле это очень эффективно. Плюсы здесь какие? Плюсы в том, что вы можете это делать дома, что здесь к вам могут прийти люди, которые не придут к вам в офис. Может быть, вы далеко от офиса живете, или у вас нет офиса, да? Но, может, ты сюда сядешь? Нет, тебе там удобно, нормально. А то я так тебя не вижу, получается, я... Я на тебя нет, это самое нормальное, да, если я ничего... Ну, я просто не буду туда вещать. Вот, значит, и люди, которые не придут, не дойдут до офиса по разным причинам, да, они могут прийти к вам. Актуально это для мамочек с детьми, да, когда с детьми в офис не поедешь, а дома их там собрать, в одной комнате дали игрушку, им весело, они играются, а мамы могут позаниматься серьезным делом, да, красоту навести и так далее. Больше доверия у ваших знакомых, естественно, как бы это еще одна тема для дружеской встречи, это еще один повод пригласить кого-то в гости, что-то новое протестировать. И можно, опять же, это сделать невзначай, то есть порой в гости друг к другу приходим, в первую очередь, куда идем? В ванную, руки помыть, да, обращаем внимание на то, какая косметика стоит, что есть. А если обратить внимание человека, дать еще что-то попробовать, то уже сразу, то есть он может попробовать то, чего до этого ни за что бы не купил, а тут вот предоставилась такая возможность, попробую, ой, какой приятный запах. Вот я, например, для рук новое наше жидкое мыло вышло, алоэ и вербена, очень обалденный запах, вот я что-то его как-то проморгала, не купила, поехала в гости. Попробовала это мыло, и мне вот настолько понравилось, такой нежный, приятный запах, абсолютно не отбивающий аппетит перед едой самое то, ну и вообще в принципе, да, то есть эфирными этими вот маслами. И буквально недавно видела еще в журнале Cosmopolitan, по-моему, статью, где вот три средства разных фирм, и наши как раз-таки получается по самой выгодной цене вот в такой вот линейке, да, то есть можно брать в два раза дороже что-то в магазинах, или же в два раза дешевле в каталоге напрямую. То есть об этом тоже можно говорить. Собственно, сейчас мы проведем эксперт-сессию. Вот сейчас у нас в этом каталоге запускается активно новая линейка, вот это вот Novage. Сейчас я даже слайды, получается, если у меня экран не это самое. Экран у меня не демонстрирую, я вот покажу. Покажу. Так, логотипа здесь нет вначале, так, ну ладно. В общем, вот эта вот серия, я думаю, что вы уже такие сиреневенькие баночки видели. Вот видите, здесь переливается Novage. То есть такая вот линейка эксклюзивная, в которой вышли для разных возрастов, для разных проблем средства, которое очень универсальное, можно сказать, и в то же время решает разные проблемы разной кожи. И вот представьте себе, да, что вы себе приобрели такую серию, вам она очень нравится, дальше вы хотите
можете просто поделиться подружкам, предложить хороший комплекс по уходу за лицом, дать им попробовать. Ведь мы часто как? Хотим что-то купить, но не знаем, подойдет, не подойдет, понравится, не понравится. Как нам понять? Нужно попробовать. И вот для этого вы приглашаете, может быть, там двух близких подруг, там, ну, как-то компаниями там кто-то, может быть, концентрируется, или тех людей, которых вы знаете, приглашаете к себе домой. Вот. И представим сейчас, как раз разыграем вот эту вот ситуацию, да, вот я подружку пригласила к себе домой. Вот, и сейчас я вам прям покажу, как проводить конкретно эксперт-сессию на Vage. Вот, в принципе, так у нас замечательно видно, все хорошо, и вы заодно, у нас слайды будут видны? Слайды будут видны в записи, все отлично. Вот, и как раз у нас слайды нам туда ноутбук получается не нужно. Вот, мы будем видеть и слайды, и чего мы делаем. В общем, Алочка, рада, что ты пришла. Я тебе сейчас продемонстрирую великолепную такую штучку, уход за лицом, прям комплекс, да, и расскажу попутно, что, к чему и как, а почему именно это, да, ну и так далее. Собственно, добро пожаловать в Oriflame на сессию по уходу за лицом. Следующий слайд. И хочу сказать сразу такую вещь. На 80% вы можете влиять на состояние вашей кожи. Я думаю, что вы слышали, важно у нас, что гены, да, то есть это то, над чем мы, в принципе, не властны. Кто-то от природы крупный, там, маленький, низкий, там, и так далее. В принципе, у кожи есть тоже некие особенности, но это всего лишь 20%. Мы можем влиять на 80% возрастных изменений нашей кожи. И сегодня мы поговорим о том, что такое Oriflame, поговорим об уходе за кожей, поговорим, какие активные антивозрастные средства у нас есть для сохранения молодости, поговорим про комплексный уход за лицом, сохраняющий молодость кожи, и про то, какие у нас наборы есть для того, чтобы сохранить вашу молодость, неважно, сколько лет вам есть. Значит, немножко об Oriflame. Добро пожаловать в мир красоты. Компания Oriflame была создана в Швеции в 1967 году. То есть в этом году у нас 20 лет в России, в следующем году 50 лет. Мы празднуем такой крутой очень юбилей. Да? Это косметическая компания прямых продаж. О чем это говорит? О том, что мы покупаем продукцию напрямую у производителя. Это очень большой плюс. Я думаю, вы все чаще и чаще видите ролики, если телевизор смотрите. Вот я не смотрю, просто вот косметический как бы рынок немножко мониторю, да? И встречается, что накрыли то один склад, то там, очень много подделок сейчас на самом деле делают. Я думаю, вы уже сталкивались с тем, что купили любимый там парфюм или что-то в магазине понравилось, в следующий раз купили такую же баночку, эффекта нет. Бывает, да? Вот, это вот 100% бывает везде, я помню, даже с витаминами я так накалывалась. К счастью, у нас теперь все это появилось в Oriflame. Прямая продажа, это означает, что вы покупаете напрямую, у вас есть возможность безо всяких посредников купить товар, и это вам дает два очень больших плюса. Во-первых, более доступные цены, гораздо более доступные цены за аналогичные продукты, и гораздо выше качество, да, поэтому все-таки не аналогичные продукты, а здесь мы можем быть уверены в том, что мы покупаем, что это не подделано, не сделано где-то в каком-то подвале, да, ведь это очень важно, во всяком случае, ну, для меня стало сейчас важно. Значит, компания Oriflame работает в более чем 60 странах мира, более чем 3 миллиона независимых консультантов у нас есть. 7 тысяч сотрудников, годовой оборот компании около 1,3 миллиарда евро, более 3 миллионов консультантов у нас. Компания Oriflame является соучредителем детского благотворительного фонда. Итак, почему я в Oriflame? Да? В первую очередь меня интересует возможность совмещать это дело с чем-то еще тем, что мне нравится, то есть частичная занятость. Я сегодня уже с утра сходила на аэробику, позанималась там степом, приготовила себе вкусный обед, поделала какие-то дела дома, или же есть возможность там съездить кому-то в гости, по магазинам, заняться любимым делом, хобби и так далее. То есть возможность планировать свое время так, как мне удобно. Этим меня привлекает этот бизнес. Кроме того, здесь я увидела возможности роста по карьерной лестнице, которые за несколько лет я, в общем-то, не увидела в линейном бизнесе. То есть, когда я пыталась в каких-то фирмах продвинуться выше, зарабатывать больше, то я понимала, что там ведь это зависит от работодателя. Здесь наш карьерный рост зависит от нас. И благодаря Oriflame, вот как раз личностный рост и развитие, я не заметила, стала экспертом по красоте, экспертом по здоровью, ну и экспертом во многих еще и других областях, бизнес-тренером, фитнес-тренером и так далее. Появилось время и возможность развиваться в тех областях, которые
которые интересны мне. А также это путешествие по всему миру на увлекательные мероприятия. Компания Oriflame несколько раз в год организует бесплатные конференции для своих активных лидеров. И ну вот сейчас у нас будет конгресс в Петергофе, я собираюсь, у нас будет гала-ужин в, представляете, в Малом дворце в Петергофе. Но когда еще будет возможность в шикарном вечернем платье пофотографироваться в Петергофе в Малом дворце? Вот. И всегда компания организует для нас что-то, нечто такое грандиозное, что отдых с Oriflame, он запоминается надолго, очень сильно заряжает, и это очень интересно. Присоединиться к нам очень легко, у нас низкая регистрационная плата, то есть вы ничем не рискуете, когда приходите, получаете очень много преимуществ. О том, какие преимущества вы получаете, приходите сегодня вечером послушать 7 часов, у нас каждый день 7 часов презентации. Ну, а мы двигаемся дальше. Значит, почему же уход за лицом, за кожей лица от Oriflame? Компания Oriflame берет максимально лучшее от природы, науки и моды. А то, что разработано в Швеции, это на самом деле, я думаю, вы слышали, что Швеция сейчас одна из самых экологичных стран, страна, которая обращает внимание большое на экологию. 50 лет разработок – это серьезно. Многие фирмы не имеют своих собственных возможностей что-то купить, что-то протестировать, что-то разработать, что-то проэкспериментировать. Да? Нашим огромным плюсом то, что продукция не тестируется на животных. Во-первых, это очень гуманно. Во-вторых, это гораздо более профессионально и дает больше плюсов, больше пользы. Значит, во-вторых, очень известные ученые, серьезные ученые работают над разработкой этих продуктов. Бывает такое, что какие-то наши формулы кремов продаются известным брендом, не буду называть какие, и продаются уже под другим именем, не под именем Oriflame, а под каким-то другим брендом, раскрученным гораздо дороже. Вот, потому что, ну, опять же, не у всех фирм есть свои собственные исследовательские центры и возможности разрабатывать что-то. Значит, у нас 160 ученых работают в собственном научно-исследовательском центре, и 7000 добровольцев, 150 клинических и потребительских тестов. Вот. Что это означает? Вот есть тесты потребительские, есть тесты клинические. Чем они отличаются? Потребительские – это вот мы сейчас с Аллой будем пробовать. Да? Это когда человеку дают серию, вот, когда он берет это, попробовал, попользовался какое-то время по всем правилам, и дальше он говорит, мне понравилось вот это, или не понравилось, да, нам животные никогда не расскажут, как там щипет, не щипет, и какой вообще эффект. И если вы заметили, у нас в каталоге всегда новая серия кремов, когда выходит, то всегда печатается, что столько-то женщин приняло в исследовании участие, и они сказали, что им вот это там, заметили то-то. Это потребительский тест. А еще есть клинический тест, это гораздо-гораздо круче. Дело в том, что у нас есть очень дорогостоящее оборудование, которое фотографирует кожу и внутренние все слои. То есть видно там длина морщинок и так далее, внутренний состав кожи, внутренние слои кожи. Это то, что визуально мы не оценим. И когда человек попользовался вот серией, потом делается опять тестирование и выявляется, что же изменилось. И вот на этом вот уровне, как анализ, можно сказать, да, кожи такой вот, видно уже, насколько это все изменилось. И вот в этой серии Novage как раз у нас есть клинически подтвержденный результат. Если вы посмотрите на другие бренды, у многих вы увидите очень яркие, красивые обещания, что ваша кожа станет невероятно молодой, очень приятное ощущение, это лучшее, что есть на рынке и так далее. То есть никакой конкретики. Только супер-пупер обещания и какие-то слоганы, что-то вот такое вот, да. Мы в данной серии здесь есть клинически подтвержденный результат. Какой? Мы будем об этом говорить чуть дальше. И еще у нас у нас очень много патентов, да, разработали какой-то крем, его запатентовали формулу, чтобы никто другой не слямзил, чтобы такого крутого продукта больше нигде не было. Это говорит о крутости, да, о серьезности. Что попало, патентовать не будут. И у нас есть награды более чем за 20 инновационных патентов. Это тоже говорит очень большой плюс в пользу продукции. Что же происходит с нашей кожей со временем? Со временем она замедляются регенерирующие процессы, которые происходят в коже, соответственно,
замедляется вообще темп жизненный, да, организма, синтез коллагена и эластина замедляется, соответственно, кожа растягивается и так далее. А на самом деле нашими экспертами выявлено более, по-моему, 30 проблем разных на коже в разное время, в разном возрасте, и выделено было 12 основных, как раз которые как бы заключены вот в этих разных наших линейках, да, которые, то есть наши вот эти вот есть True Perfection, коллаген и так далее, средства решают разные проблемы, то есть индивидуальный есть подход, не одна баночка на серии абсолютно проблемы, да, а на решение разных проблем у нас есть разные серии. И вот 12 основных проблем, которые мы предлагаем вам решить. Значит, для того, чтобы нам наша кожа выглядела молодой, чтобы она работала, и чтобы не прибегать к каким-то сложным, серьезным, страшным процедурам, которые порой могут навредить на самом деле нам, нужно ухаживать за своей кожей с молодости, использовать подходящие средства. Это очень важно. Какие же средства мы можем использовать? В этом каталоге у нас запускается True Perfection, наша классная серия с персидской акацией, и еще немножко туда добавили стволовых клеток растительных из семейства асаи. То есть эта серия наша, она рекомендуется в возраст 25+. И решает основные проблемы, это уставшая кожа, тусклая кожа, это может быть у тех людей, которые мало на солнце проводят времени на свежем воздухе, кто работает с утра до вечера, кто устает, не высыпается и так далее. Ну, еще какие-то могут быть причины, да, разные. Но, в общем, чтобы освежиться, чтобы вот прям вот кожа засияла, если еще каких-то морщин чего-то нету, чтобы предотвратить появление морщин дальше, это как раз вот эта вот серия True Perfection. Она появилась в текущем каталоге сейчас, обратите внимание, в обновленном варианте как раз под брендом Novage, как раз таки с ягодами Асаи. Вот, и значит здесь у нас 95% женщин заметили, что кожа выглядит более сияющей. Двигаемся дальше. Следующий бренд у нас Экологен. Уже завоевал определенную долю любителей, скажем так, людей, которые пользуются экологеном и берут его не первый раз, потому что видят результат. Значит, здесь клинически подтвержденный результат. 33% морщин исчезают всего через 12 недель. Обратите внимание, клинически подтвержденный результат уже на вот специальном аппарате, да, когда тестируется. Основная проблема здесь – это морщинки как раз-таки. Обычно они в возрасте где-то 35 лет появляются. Но опять же, надо смотреть, если в возрасте 30 лет уже много морщин достаточно на лице, то можно использовать курсовую эту серию. То есть мы смотрим не на возраст в паспорте, а мы смотрим в первую очередь на состояние кожи, на то, как выглядит человек. Да? И уже исходя из этого рекомендуем какую-то серию. Смотрим на то, какие проблемы у кожи. И вот, в общем, если есть морщинки, и еще нет 35, но их достаточно много на самом деле, то мы здесь можем уже брать вот эту вот серию. Значит, здесь у нас очень интересная технология на основе стволовых клеток семейства паслионовых. А результат, который дает, гарантирует компания, морщинки исчезают, увеличивается производство собственного коллагена кожи на 200%. То есть, что очень важно, да, чего нам не хватает, это выработка коллагеновых эластиновых волокон. А, соответственно, вот эта серия стимулирует эту выработку, чтобы кожа активнее работала. Следующая серия, она идет 45+, но опять же можно позже, можно раньше, в зависимости от состояния кожи. Эта серия, она еще решает упругость. Проблема упругости. И здесь, значит, и морщинки, и упругость, она помогает вот это все убрать. Возвращает кожу упругость, сокращает морщины. 70%, на 70% подтяжки более чем за 12 недель. Более упругая кожа за 12 недель. Это клинически подтвержденный результат. Значит, двигаемся дальше. И вот эта великолепная серия Time Reversing, она у нас обновляется. Сейчас вы ее можете еще купить вот в этом варианте. Она рекомендуется 45+. Но опять же, можно там чуть раньше или позже, в зависимости от состояния лица. Значит, здесь у нас шикарный есть компонент кинестеин сои, который стимулирует все три гена красоты. И здесь у нас еще добавляется проблема пигментации. То есть у людей 45+,
уже порой часто заметно, что от ультрафиолета или от возрастных изменений, да, начинается на лице пигментация, неровный цвет лица. Вот эта серия решает еще и эту проблему. Она дает и сияние, и морщинки сокращает, и кожа сияет, и улучшается текстура кожи. Мы переходим к этапам ухода за лицом, что тоже очень важно. То есть недостаточно подобрать серию, которую нам нужно, а важно еще и соблюдать этапы, потому что без них очень сильно снижается эффективность. У нас 4 простых шага, 4 простых этапа. На то, чтобы их сделать, нам понадобится 2 минуты 2 раза в день. Мы делаем и утром, и вечером. Это важно. 4 простых шага, 2 минуты, 2 раза в день. Первый шаг – очищение. Второй – уход вокруг глаз. Третий – активатор. Четвертый – основной уход. И мы переходим к этому шагу сейчас, таки к первому. Делаем очищение. Так, я еще знаю, что мы не взяли эту самую повязочку на этот самый, на челку. Будешь с повязочкой или ты будешь челку подвигать? То есть, что мы делаем? Вот у нас здесь челочка, чтобы она нам не мешалась, мы берем повязку, надеваем ее, чтобы лобик наш был чистеньким, открытым, чтобы нам было удобно. А дальше, дома, естественно, моем ручки. Здесь мы берем антибактериальный гель. Смазываем ручки. Очень приятно пахнет, да? Да, освежает. Так, освежающий, да. Чтобы убить все бактерии, потому что это наше лицо, чтобы не разносить какую-то песчинку с улицы по лицу. И дальше у нас первый шаг – это очищение. Значит, здесь у нас идет очищающее средство, как пенка. Для комбинированной, для жирной кожи чаще используются гели. В серии True Perfection и в серии коллаген у нас идут гели. А здесь вот у нас пеночка такая очень классная. У нее особенность такая, что можно использовать даже не смывать водой. Поэтому вот этой серией можно делать в любых условиях уход за лицом. Значит, мы берем тут такой вот дозатор, кому-то одного нажатия бывает достаточно, кому-то двух. Я причем обратила, знаете, такую закономерность. Вот у нас девчонки, кто пользуется комплексным уходом, кто приобретает уже для себя комплексы, пользуются по правилам, вот им обычно достаточно одного нажатия, да, вот тебе сейчас одного хватило, в принципе. Те, которые периодически как-то умываются водой или не систематически, им нужно 2 нажатия, потому что кожа начинает прям впитывать, и ей вот не хватает, она сразу прям говорит, ой, дайте мне это, оно как бы, не хватает увлажнения питательных материалов, здесь же как бы она тоже подпитывает. Очень быстро так Алла это все сделала, по массажным линиям очищаем, да, то есть можно взять 2 диска и вот так вот это делать, отсюда к ушкам, вот так, по таким вот массажным движениям, не растягивая сильно кожу, мы это делаем. Еще обратите внимание, что у нас лицо заканчивается, то есть область декольте мы тоже затрагиваем. Сейчас мы этого делать не будем, естественно, да, то есть наша задача вам рассказать, объяснить, показать, протестировать. Конечно же, клиентам объяснять, друзьям, что нужно тоже область декольте вот так вот затрагивать, потому что морщинки, чтобы потом вот здесь вот не было на груди, чтобы шея потом не обвисала, да, за этой областью мы тоже ухаживаем вот этими как раз-таки средствами. Что у нас делает очищение? Что у нас первый этап вот этот вот делает? Значит, мы расщепляем сальный секрет. Мы растворяем грязь, которая у нас есть на лице. Грязь причем оседает, неважно, там в несколько часов. Вот если вы посмотрите на телевизор, там тоже вы увидите, что пыль осела, буквально вот за несколько часов оно есть. То же самое мы как-то ночью спим, а на нас оседает эта пыль, что-то там из подушки выбилось и так далее. То есть на микроскопическом уровне происходит смесь сального секрета, который выделился, пыли, которая попадала, да, еще и мертвых клеточек, которые потом размазываем просто по лицу. Вот чтобы этого всего не было, очень важно использовать этот этап
Очищение и тонизирование 2 раза в день, и утром, и вечером. Тогда у вас будут хорошо ложиться крема, тогда у вас не будет скатываться тональная основа, а вот, и вы увидите совершенно другое состояние кожи. Значит, очищение сделали. Теперь мы берем тоник, другой диск берем. Если недостаточно одного диска очищения, берете второй диск, да, то есть на себе наливать, сколько тебе нужно, привычным движением руки. А вот, то есть, в принципе, я даже даю человеку, он как бы сам для себя берет столько, сколько надо. То есть мы берем дальше тоник и по таким же массажным движениям смываем остатки очищающего средства. То есть вот по идее в этой серии мы вот здесь вот очистили, грязь осталась на ватке. Дальше вот тоником мы уже снимаем остатки загрязнений, ею можно пользоваться без воды. Это очень актуально для сухой кожи, с возрастом кожа становится часто сухая, стягивает ее от воды. А вот, то есть тоником мы сейчас по массажным линиям сняли остатки очищающих средств, это раз, и мы приводим кожу в баланс. Это 2, это очень важно, чтобы не стягивало ее, чтобы она вот липидный баланс кожи восстановить. Часто люди путают и используют только тоником, стараются. Вот видишь, чуть-чуть на ватке все равно осталось. Да, да, осталось. То есть еще вот мы уже тоником, да, но вот как раз он дочистил всю, как бы то, что не снял первая серия очищения, да. А часто люди путают и тоником стараются умываться. То есть, а вот мне лень, мне вот проще вот так вот. А важно понимать и им объяснить, что тоник не расщепляет сальный секрет. У тоника другая задача. У тоника задача стянуть аккуратненько поры. И поэтому, если вы видите человека, у которого расширенные поры, то, вероятнее всего, он не пользуется тоником или пользуется им неправильно. Да, поэтому важно объяснять вот эти вот этапы, проблемы кожи, их, в принципе, видно на лице. Если человек будет пользоваться правильно вот этими этапами, сначала очищение, потом тонизирование, кожа будет в балансе, и кожа будет себя хорошо чувствовать, без комедонов, да, то есть достаточно будет увлажненное. А, и поры со временем будут, ну, как бы если всю жизнь человек не пользовался тоником, а в 45 лет начал пользоваться тоником, понятное дело, они быстро не втянутся. Да, то есть, ну, они чуть визуально будут меньше, не так будут забиваться. Вот, но для того, чтобы в 45 лет не было огромных расширенных пор и прыщей, важно в 20 лет начинать использовать очищение и тонизирование. Это у нас первый этап. Надеюсь, с этим все понятно. Ставьте плюсики, что понятно. Двигаемся дальше. Следующий у нас этап – это уход за кожей вокруг глаз. Очень многие тоже пренебрегают этим, хотя за глазами нужно ухаживать, начинать еще раньше, чем вообще крема, мне кажется. Ну, одновременно их на самом деле надо использовать. Ну, смотрите, почему. Потому что мы улыбаемся, в первую очередь у нас что? Мы когда улыбаемся, у нас вот здесь вот мимические морщинки появляются, они могут уже в 20 лет начать появляться. Для того, чтобы дальше это все нормально приходило в себя, вот представьте себе резинку. Когда резинка новая, вы ее растягиваете, растягиваете, она принимает обратно свою форму, спокойно восстанавливается в норму. Со временем она растянулась и уже обратно в себя не приходит. Вот то же самое у нас происходит с растягиванием кожи. Чтобы у нас морщинки визуальные были меньше, чтобы они, ну, как бы... Ну, меньше они были, вот. Надо обязательно использовать крем вокруг глаз. Он немножко другой текстуры, потому что строение вокруг глаз другое. Он максимально старается увлажнить кожу, чтобы вот увлажненность, когда вот это вот есть под глазами, да, то визуально эти морщинки меньше. И еще обращу внимание, да, то есть вот этот вот дозатор очень удобный, надо буквально капельку, горошинку, да, вот обратите внимание, Алла, сколько взяла, вообще совсем-совсем чуть-чуть. Да. Этого достаточно, и, внимание, стоп, мы это делаем не близко к глазам, но Алла уже знает, да, а по косточкам, то есть обратите внимание, подними чуть-чуть, вот, чтобы видно было, как ты делаешь. Вот, по косточкам, даже не размазывая, а вот так вот прибивая, да, то есть похлопывающими вот такими вот движениями. Когда мы растягиваем кожу, да, вот так вот тянем, то мы чуть-чуть ее все-таки растягиваем вокруг глаз. Чтобы этого не было, то вот лучше, да, вот такими похлопывающими движениями и по косточке. То есть мы к
области ресниц не докасаемся. Если вы слишком близко к слизистой будете наносить крем, возможны воспаления, возможно какая-то аллергическая реакция и возможно отеки. Вот чтобы этого не было, то мы берем совсем чуть-чуть, это первое, и по косточкам разносим похлопывающими движениями, это второе. А вот, то есть, прям вот по косточке. Это у нас уход вокруг глаз. В 20 лет мы берем молодежные, есть средства очень классные, увлажняющие, гели, которые дают именно баланс влаги, да, восстанавливают в глазах, помогают области вокруг глаз быть более увлажненной, при этом как раз-таки нету какого-то сильного возрастного воздействия. Да, за счет того, что увлажненность есть, у нас морщинки будут позже появляться. У сухой кожи, как вы знаете, морщинки появляются раньше. Следующий этап у нас активатор. Это у нас сыворотка. Сыворотка обладает очень классным лифтинг-эффектом, подтягивающим. В этой серии сыворотка является активатором. Для того, чтобы ваш крем проник гораздо глубже, ему нужен проводник. Я думаю, вы уже слышали, что есть разные слои кожи. И на тот слой, где происходит зарождение клеток, чтобы попал крем, нужна очень тонкая текстура. Вы можете наносить сметану сколько угодно, или там клубнику, ну натуральную, да, есть у нас любители натуральных масок, но оттуда питательные вещества так глубоко никогда не проникнут. А если вы еще берете кислотные какие-то там лимоны или фрукты и так далее, здесь еще можно, ну, как бы это, риск все-таки получения ожога кислотного. И из-за этого потом может возникнуть пигментация. Тоже имейте в виду. Это я немножко ответвление, да, сделала. Значит, вот эта сыворотка помогает крему проникнуть в те слои кожи, где происходит зарождение клеток. Она как вот транспортировщик. Поэтому мы наносим ее под крем. Берем, тоже очень удобный дозатор. В общем-то, я думаю, что сейчас мало чуть-чуть совсем. То есть, ну, вы почувствуете, сколько вам нужно, по идее, одного нажатия хватает как раз на лицо. И также мы этими самыми наносим аккуратными движениями, не растягивая лицо, по массажным линиям. На лобик, а избегая в области вокруг глаз на лицо и на шею декольте. Да, вот так вот. Сверху вниз делаем подтяжечку. А вот на декольте тоже наносим обязательно. Вот. Сыворотку мы нанесли. И теперь мы берем кремик. Значит, для того, чтобы кремик нанести, у меня есть вот такие вот палочки специальные, одноразовые. Сейчас я ее капну, антибактериальную, мою гель, и ее немножко смажу, чтобы она без бактерий пошла в крем, чтобы в креме бактерии не размножались. Берем чуть-чуть этого средства. Если будет нужно, возьмем еще. И опять же наносим аккуратными движениями по массажным линиям на личико. Не надо в нее. Хорошо. Вот чувствуется, да, когда кожа ухоженная, когда да, человек ухаживает, да. То и она впитывает, ну, лучше меньше. Впитывает. Вот. А много не надо. Если много нанести крема, он может скатываться начать. Поэтому нанесли буквально совсем чуть-чуть. И дальше, естественно, мы дали время дневному крему впитаться. Минут через 20 уже можно к декоративному макияжу приступить. Да? Сейчас, в принципе, уже повязочку снимай, наверное. Вот, приводим себя в порядок, нашу челочку, которая стала дыбом. Да, ну, вот, ну, в общем-то, уже все пригладилось, все хорошо. Расскажи, пожалуйста, свои ощущения. Ну, начнем с того, что кожа стала, она приобрела как бы такую вот бархатистость. И вот мне даже самой приятно ее трогать. Приятно к ней прикасаться, она как-то мягче стало, что ли, вот прям бархатистая. И ну вот на лбу вот сейчас вот я вижу, что лоб блестит, и морщинок, которые здесь вот были, поперечные морщины, их практически вообще не видно. Вот. И вот здесь вот у меня вот достаточно глубокие были морщины, которые вот
как-то... В принципе, уже эффект виден прямо сейчас. Да, он виден, он виден, и цвет лица стал другой, он стал более светлым и более свежим. Как бы вот, у меня вот ощущение, что я немного помолодела. Неприятно от этого. Теперь у меня такой вопрос. Вот эта серия, она в каталоге, там у нас 5800, по-моему, сейчас, да, стоит. Вы видели в первый раз эту цену в каталоге. Ну, начинаешь задумываться, наверное, да, что же это за серия, и ну, не так легко прям вот рискнуть, взять ее, может быть, просто полагаясь. Это вот мы доверяем компании, там общаемся с разработчиками, проходили тренинги, мы уверены в том, что нам компания дает что-то хорошее. А еще можно, извините, сказать, вот когда наносишь этот крем на свое лицо, вот ты прям физически чувствуешь, что это крем более высокого класса, чем то, что было до этого у меня. Вот прям кожа прям чувствует, что это вот серия люкс. Что это достаточно такая серьезная продукция, дорогая и очень хорошая по качеству. Ты прям ответила на мой вопрос, который я хотела дальше задать. Ну, собственно, вопрос был, я его даже не успела еще сформулировать, но ты прямо об этом сказала. Суть, в общем, в чем? Что человек, увидев цену, может быть, посмотрит и подумает, ой, я не знаю, да, то есть, а что там за крем, да, то есть, я не брала, ну, а вдруг не поможет, а вдруг еще чего-то. Когда ты попробовал на себе, отпадают сомнения? А, абсолютно, потому что вот сразу, во-первых, у нее очень тонкий аромат, она так приятно пахнет, вот. И ощущение, что ты наносишь что-то очень дорогое, и вот супер-пупер какое-то, что-то такое. И поэтому ну, кожа сразу откликается на это. И поэтому вот уже сразу отпадает, и не жалко этих денег, потому что ну, ты чувствуешь, что это ты нанесла на кожу не какую-то мазь, а действительно какой-то качественный продукт. И плюс еще и объяснили, почему, что это такое, да, что это делает и как это дает. Вот, в принципе, вот такая вот методика, да, я увидела действительно, что гораздо выше у клиентов, у наших консультантов доверие к продукции появилось тогда, когда... спасибо. Тогда, когда человек попробовал, он может заценить. Самое интересное, что человек, который остался доволен, ему понравилось, он уже будет рекомендовать своим знакомым это с, ну, как бы, если не с энтузиазмом, то с уверенностью, да? Себе такую серию приобретешь? Я ее уже приобрела. Рекомендовать друзьям. Обязательно буду, обязательно. То есть вот таким вот макаром тебе как-то видно будет домой к себе кого-то позвать и объяснить, и как отдать. То есть я вот знаю, что у Аллы друзья не дойдут к нам в офис. Там народ, кто в Москве, то где. Ну, в гости периодически приезжают. Наверное, будет хорошая тема для разговора одного. Конечно. Посидеть, потрещать. Вот, ну, в общем, вот такая вот у нас сегодня эксперт-сессия произошла. Спасибо тебе за участие. Спасибо за возможность еще раз нанести себе. А эту запись мы вам пришлем, вы можете ее еще раз пересмотреть и таким макаром показывать своим, ну, как бы, друзьям. И причем я рекомендую тоже со слайдами. Почему? Потому что они все-таки дают информацию. Немножко подытожив, еще забыла, я тут, по-моему, пару слайдов у нас есть. А вот у нас есть слайд с дневным и ночным кремом. Кстати, вот, не договорила. Ну, в общем, вот, теперь договариваю. Дневной и ночной крем выполняют принципиально разные задачи. А дневной крем, он защищает нашу кожу. У нее SPF-фактор, если вы обратили внимание, вот у этого 15. У нас есть крема, у которых SPF-фактор 30. Сейчас многие косметологи даже советуют брать для себя крем, с SPF именно фактором для того, чтобы защищать себя от вредного воздействия окружающей среды. Потому что у нас много где нарушена озоновый слой, у нас много вредных выбросов в атмосфере. Если кожу не защищать, неудивительно, что она в 40 будет выглядеть как в 60. Да, поэтому здесь обязательно SPF-фактор крема мы используем. И декоративную косметику поверх кремов наносить сейчас уже это не роскошь какая-то, да, а это именно защита кожи.
То есть мы сначала крем наносим, потом еще и тональную основу. У нас очень легкие тональные основы. Вот мы сейчас начали работать с эксперт-сессиями. Я заметила, что люди многие не пользуются тональными основами. Почему? Потому что боятся, что она будет схватываться или она будет лежать маской. Вот здесь, опять же, потом даешь, надо же человека потом чуть-чуть это самое, ну как же я ему не дам-то что-нибудь из нашей декоративной-то попробовать. Даешь нашу тональную основу или Skin The One, которая сейчас идет в каталоге, рекомендуйте абсолютно смело. Она подойдет любому, даже неопытному пользователю. Она очень легкая, не оставляет следов и будет очень хорошо держаться, при этом маскирует неровности, защищает нашу кожу. Это... Я немножко забежав вперед, да, про дневные и ночные крема, что еще хочу сказать. Дневной крем, он увлажняет кожу и он защищает кожу. Ночной крем, он питает кожу. Поэтому пользоваться каким-то только одним, это то же самое, что вот мы едим, да, для того, чтобы нас изнутри поддерживать. И мы одеваемся, да, то есть носим какую-то одежду, чтобы внешне как бы поддерживать вид. Это два абсолютно разных направления, две разных функции. Поэтому очень важно использовать и дневные, и ночные крема. И, значит, про комплексный уход, что хочу еще сказать, то, что комплексное решение, то есть мы предлагаем вам комплексное решение, которое отвечает индивидуальным потребностям вашей кожи. То есть у нас еще есть анкеточки, которые мы, по идее, заполняем с человеком, там вопросы, какую проблему вы хотите решить. И, исходя из этого, мы предлагаем как раз ту серию, которую дальше человеку уже стоит приобрести. Значит, во-вторых, лучший результат гораздо, когда у вас комплексный омолаживающий уход. Неважно, в каком возрасте, но комплексный уход дает гораздо больше эффекта, потому что одно средство дополняет другое. Вы помогаете, да, то есть как бы несколько этапов усиляете. Одно средство усиляет другое. И вот по этой серии NovAge у нас есть клинически доказанный результат, что эффективность в 7 раз больше, когда вы берете именно комплекс. Поэтому именно NovAge все наборы, вот 4 у нас набора, да, я вам презентовала, я рекомендую людям только комплексом в отдельной степатной баночке, я не рекомендую. Во-первых, по цене будет выгоднее гораздо, по самой выгодной цене у нас идет именно комплексный уход, весь целиком набор. Взял один раз и не паришься. А то как у людей часто, у меня там гель от одной серии, тоник от другой серии, из разных серий получается продукты, такая солянка стоит в ванной, сегодня попользовался, завтра не попользовался, результата нет. Вот чтобы результат был, берешь комплекс, уже не паришься, уже себе спокойно им пользуешься, клинически доказанный результат, в 7 раз эффективнее, по цене получается выгоднее. Значит, и вот здесь вот сейчас сверну мою картиночку, да, потом, ой, не туда нажала. Да, мне нажать, чтобы ее уменьшить. Что хочу сказать, да, значит, 7 лет разрабатывалась эта серия, и клинически доказанный результат, что при комплексном уходе с помощью средств серии NovAge Ultimate Lift ваша кожа станет на 70% более упругой. За первый месяц вы увидите уже первые изменения, в принципе, мы даже вот сейчас уже увидели, что действительно где-то там визуально морщинка сократилась, может быть, на несколько часов, через 12 недель она сократится окончательно, не на несколько часов, а уже совсем, да, потому что обновится кожа за 3 месяца, да, то есть этой серии, по идее, хватает на 3 месяца, ну, в зависимости, опять же, от того, как интенсивно вы будете пользоваться, если вы на области декольте будете наносить, и у вас кожа, не привыкшая к кремам, то быстрее уйдет, да, то есть если, ну, вот как бы учитывать это, может быть больше, может быть меньше, так по идее 12 недель. Значит, в этой серии использована 1000 активных ингредиентов. Было протестировано 1000 активных ингредиентов для того, чтобы выявить наиболее эффективные. Более 30 тысяч генов были исследованы учеными Oriflame для того, чтобы выявить именно те, которые влияют на выработку здоровых новых активных волокон. И клинически доказанный результат в 7 раз более эффективно комплексный уход. То есть вот что я вам могу сказать по вот этой. И в завершении, значит, уже как бы немножко такой момент, пошел продажный. Значит, вот человек попробовал, ему понравилось. Дальше возникает шкурный вопрос, да, сколько это все стоит? Значит, каким образом нужно это рекомендовать?
Вы открываете каталог, показываете эту серию в каталоге и говорите. Ну, например, вот это вот сериал «Twin Peaks», на который мы сейчас проводили, уходит. Вот она сколько сейчас стоит. В следующем каталоге, кстати, будет дороже. Показываете человеку цену, говорите, она стоит 5800. Берем? Кто-то скажет «да, берем», кто-то скажет «нет, до». Если человек говорит «да, берем», то вы берете ему, заказываете набор, там какой-нибудь подарочек. Набор, да, потому что человек, может быть, купил один набор, и не факт, что ему дальше что-то будет нужно. Поэтому просто предложили, если человек готов купить замечательно, берете набор, ему приносите по вот этой вот цене 5800. В этом случае ваша прибыль будет около 2000 с продажи одного набора. Ну, там 1800, по-моему, мы считали. Значит, если человек говорит «дорого», то у вас появляется... кстати, нет, даже вот Юля тут фишку такую говорила, что, в принципе, если все это по отдельности брать, набор стоит 8310. Вот здесь вы можете увидеть цену, да, которая зачеркнута. То есть, если человек по отдельности начнет покупать все это, то будет стоить это 8310, дорого. Мы предлагаем комплексный уход со скидкой. Комплекс будет стоить 5800. Уже выгодно, да? То есть, сколько здесь выигрываем, получается, где-то 1500 на только вот за счет того, что берем набором. Если человек, опять же, говорит вот на этом этапе, что дорого, то мы предлагаем ему оформить дисконтную карту, и тогда у него вся продукция будет со скидкой 20%. Сразу не нужно предлагать. Люди просто порой даже шугаются, убегают, да, потому что человек не хочет регистрироваться. Он хочет себе взять хороший крем, и дальше только вы за ним будете бегать, чтобы ему потом этот заказ вовремя забрать и так далее. Вот, сейчас люди есть, которые готовы платить за сервис, за обслуживание, за хорошую продукцию, и они не хотят быть консультантами. Поэтому всех подряд не надо предлагать регистрацию. Но если человек говорит, что дороговато, то есть, ну или там, ой, я подумаю, вы спросите, над чем подумаешь? Ну, что-то дороговато. Ага, тогда я могу тебе... А если бы она была дешевле там на 20%, тебя бы это как устроило? Дальше смотрите, человек, о, ну да, 20% существенная ведь экономия, да, 1200 минус. Существенно. Вы ему объясняете, что у меня есть возможность тебе предоставить дисконтную карту. Она будет действовать не только на продукцию, не только на этот заказ, а на всю продукцию из каталога, также на серию Wellness. И все можно будет заказывать для себя со скидкой. Кроме того, за этот набор начисляется 160 баллов и будет возвращено рублей 700 еще в виде скидки на следующий твой заказ. То есть ты можешь сейчас взять эту серию, тебе еще 700 рублей, потом бонусом упадет, ты можешь что-нибудь потом еще в следующем каталоге, например, купить себе уже на эти деньги, да, соответственно. То есть человека заинтересовываем тем, чтобы он сделал уже не разовый заказ, не ради этого одного набора зарегистрировался, а попробовал что-то еще. У него уже появилось доверие на фоне того, что вот эта серия классная, замечательная, он ее уже заценил, и дальше вы не советуете ему по распродаже за 100 рублей какую-нибудь там старую подводку или тушь, которая уже не модная. Вы ему предлагаете то, что самое крутое, новинки какие-то, то, что вы сами знаете, что хорошо, или предлагаете его в следующий раз, например, прийти на сессию по декоративному макияжу, да, рассказать, как делать смоки айс или как делать дневной макияж, протестировать декоративную косметику, да, или же на wellness там тестирование приглашаете, ну что-то еще. Да, чтобы человек сначала ознакомился, узнал, что это такое, сделал вывод потом, что ему это надо, и потом уже для себя заказывал. Вот, в принципе, и все. Как раз мы с вами в час уложились. Если у вас вопросы, если вопросы есть, пишите. Если нет, то запись в ближайшее время скину. Желаю вам удачи в работе с вашими друзьями, коллегами. Призываю вас дать всем попробовать наши замечательные продукты, чтобы это было не голословно, что у нас очень хорошая косметика, очень хорошее средство по уходу за собой, а чтобы это знали не только вы, но и ваши друзья. Тогда они... более охотно к вам присоединяться, заинтересуются. Вот, возможно, даже потом придут на презентацию, не надо сразу все рассказывать. Да, пригласите их потом еще и на презентацию, еще и заинтересуйте бизнес-возможностями, может быть. Вот, желаю вам удачи. Всем пока.